оно развивалось. Город Коломна, радостно, слово жизни, Московская область, поют, молитва перед служением собрания. Люди, которые могли, Господь Божий, посвящать себя этому служению, Господь. Я молюсь, Господь Божий, за группу прославления, чтобы она еще больше, Господь, с жаждой, с посвящением, Господь Божий, тем даром, который Ты вложил в них, Господь, они служили, Господь, они прославляли Тебя, Господь. Я молюсь за царские охотники, я молюсь, Господь Божий, за это служение, Господь Божий, чтобы оно развивалось, Господь, чтобы люди могли, Господь, так же, с полной отдачей, с полным посвящением служить, Господь, детям, друг другу, церкви, Господь, благослови, во имя Иисуса Христа, Господь, да славится Твое имя, Господь. Боже, благослови, Отец, каждое наше служение, Господь Божий, домашние группы, Господь Бог, в которых мы собираемся, собираемся для общения, Господь. Собираемся, чтобы время провести, Господь Божий. Приятно, Господь, пообщаться, Господь, помолиться, поддержать группу, Господь Божий. Благослови домашние группы, Господь. Новые домашние группы, Господь. Я молюсь, Господь, чтобы открывались, Господь. Чтобы люди, они не боялись и брали эту ответственность, Господь. Чтобы Царство Божие, оно расширялось, Господь, здесь, в этом городе, Господь, во имя Иисуса. Благословляю каждую домашнюю группу, чтобы мир, порядок, Господь Божий, и Божья благодать она изливалась, Господь, на домашнюю группу, Господь, во имя Иисуса Христа. Отец, также я хочу молиться, Господь Божий, за наших служителей, Господь, старших служителей, за пастора, Господь, Артема, за пастора Андрея, Господь Божий, за пастора Владимира, Господь Божий, за их команду, Господь, во имя Иисуса. Господи, благослови наших братьев, Господь. Они сегодня служат, Господь. Они сегодня, находятся, Господь Божий, во главе, Господь. Боже, наполняй их жизнь, Господь. Храни их, Господь. Чтобы дьявол не мог никак приблизиться к ним, Господь. Благослови, Господь. Сохрани, Господь, их семьи, Господь. Их служение, Господь. Их посвящение, Боже. Тот огонь, который они обрели, Господь, в Тебе, он еще больше горел, Господь. То дело, которое они делают, Господь, чтобы они не унывали во имя Иисуса Христа, когда делают добро. Бог, делай их крепче, Господь. Делай их сильную команду во имя Иисуса Христа. Пускай они будут достойным примером, Господь Божий, для нас. Мы благословляем наших пасторов во имя Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя за них. Мы благословляем именем Иисуса. Боже, мы любим Тебя. Мы любим Тебя, Господи, за то, что Ты есть в нашей жизни. За то, что мы обрели к Тебе, Господи, каждый из нас может сказать спасибо Тебе. Чтобы каждый из нас не забывал то, что мы имеем, Господь. И за то, что мы не имеем Бога, мы все равно говорим Тебе спасибо. Потому что того, что мы не имеем Бога, Ты уберегаешь нас от чего-то. Включаешь нас через это, Господь. Спасибо Тебе, Отец, во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Бог, за то, что Ты благ. Укрепи нашу веру, Господи, когда мы в чем-то сомневаемся, когда приходят какие-то обстоятельства в нашей жизни, Господи, мы забываем, мы попадаем в суету, в мирскую суету, и забываем о том, что Ты так много сделал для нас. Пускай наше сердце никогда не забывает это. Пускай наша вера, Господь Божий, она растет. Чтобы мы шли, сделали шаг навстречу Тебе, Господь, во имя Иисуса Христа. Я молюсь за тех людей, которые сейчас чувствуют какую-то слабость, чувствуют сомнение или дух ослаб. Господи, укрепи во имя Иисуса Христа. Я молюсь, чтобы Ты послал слово этим людям, Господь, и просвети их не сердца, Господь, чтобы Слово Твое, оно укрепило их сейчас во имя Иисуса Христа. Пускай Слово Твое принесет бодрость Духу, потому что плоть немощь, а Слово Твое, что Дух бодрый.
Тебя. И нам нужно бороться с этим. Господь, разуми нас, не забывай этого. И подкрепляй свой дух словом Твоим, молитвой, постом. Господь, чтобы мы эти вещи мы ценили в своей жизни, в духовной жизни. Во имя Иисуса Христа. Мы любим Тебя, Боже. Мы ищем лица Твоего, Господи. На радостном Боге. Во имя Иисуса Христа. Хвала и слава Тебе, всемогущий Господь и Бог. Боже, касайся нас. Просто касайся нас, наших сердец. Мы хотим, Господь Боже. Хотим, Господи, окунуться в Тебе. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса Христа. Господи, будь прославлен. Будь превознесен, Господь Божий, в этом дне. В этом дне, Господь Божий. В воскресном дне, когда мы оставляем всякую суету. Каждое утро мы приходим сюда, Господь Божий. И мы ищем Тебя, Господи. Господи, будь прославлен, превознесен, великий Бог. Я молюсь, Господь, молюсь Тебе, Господь, вместе с Церковью, Господь, чтобы Ты, Бог, наполнял нас, чтобы Ты, Бог, говорил с нами. Это так важно, что Господь слышит голос Бога, чтобы Твой голос говорил с нами, чтобы мы видели ответы наших молитв, Господь. Говори, Бог, с нами. Говори, Господь. Чтобы мы слышали этот голос, и мы были готовы ответить на Твой голос, Господи. Чтобы мы не впадали в какую-то суету, но мы были чувствительны к Духу Святому. Дух Святой, наставляй нас, веди на Дух Святой. Потому что зачастую мы бываем, не слышим Духа Святого. И нам кажется, что это не Дух Святой. Но позже мы понимаем, что Дух Святой – это Дух. Когда мы ошибаемся через какие-то обстоятельства, через какие-то ситуации, мы не имеем чувствительности к Духу Святому. Дух Святой, научи нас быть чувствительным к Тебе. Дух Святой, Ты здесь. Ты здесь сейчас среди нас. Ты видишь нашу жизнь, Ты видишь нас, Господи. Слава Тебе, Дух Святой. Слава Тебе, Дух Святой. Слава Тебе, Дух Святой! Спасибо Тебе, Дух Святой, что Ты сразу среди нас. Что Ты в нас, Дух Святой. Спасибо Тебе за то, что Ты наставляешь нас, Дух Святой. Что Ты обещаешь.